Всем привет, с вами Валерос, это Туса Джуса. Сегодня у нас в гостях Хоша. Московский рэпер, который приехал зачем-то в Архангельск. Что-то поучился здесь, я не знаю, что он делает. Привет, Максим. Здорово, брат. Ну что ж, рассказывай своего происхождения. Многим интересно, москвич ты или нет, потому что вот ну тебя прозвали так, да, но ты говоришь, что ты связан с Архангельском. Вот это мне интересно очень. Ты коренной архангелогородец? Ну, в паспорте написано то, что я родился в Пинчинском районе. Вот, но так я больше себя считаю жителем города Москвы, потому что как бы, ну я большую часть жизни там прожил. Ну да, я понял тебя. Это знаешь, как, короче, Дмитрий Ларин вроде родился в Архангельске, но большую времени где-то прожил не в нем, а там в Питере, еще где-то в каких-то... Нет, так если подумать, то можно, блядь, сказать то, что я еще там какой-нибудь финн какой-нибудь, там владивостокчанин, там инзагородец, блядь, это что-то уже по-рэперски было, инзагородец. Ну, инза есть, кстати, на самом деле такой город. А, нифига себе. В Ульяновской области. Что сподвигло тебя музыку делать? Да я пиздился за беляш с собаками на вокзале и... Какие-то пацаны взяли, меня подобрали, сказали, бля, пойдешь на студию. Ну, мне что-то понравилось, да и все. Ну, готово. Вот так вот я и стал. Ладно, понятно. А какой был твой первый трек? Вот, во сколько ты его сделал? 13-14 лет? Бля, первый трек я написал в январе 2019 года. А, нифига, я даже раньше. Но Маркитос еще, наверное, раньше. Ну, не то, что первый трек, первый релизнутый трек. На самом деле, типа, именно прям записал, если считать, то, может, это в сентябре 2018 года. А, нифига. Ну, я делал, знаешь, типа, неофициально поначалу, вообще с диктофона, короче, записал, что-то на телефоне вообще смонтировал через этот видео, блядь, редактор, просто поставил музыку, типа, знаешь, вместо MP4 на MP3 и выложил. Красава. Мне было 14 лет или 15, не помню, год 18 тоже записал, блядь. У нас была, короче, такая тема в конце 19 года, или, блядь, летом 20-го, я уже точно не помню, пацаны, короче... Вдвоем сидели, ждали электричку на вокзале, и там им надо было взять, наверное, еще там часа три, может, до этой электрички, и они, короче, сидели, блядь, трек записывали нахуй. Короче, ну вот прикинь, да, вот платформа стоит, там вот эта вот лавочка, и типа вот там справа у тебя вот этого путь, и слева, как бы, и вот там, если этот трек послушать, я хуй узнаю, я его сейчас, скорее всего, не найду. Там, если прям слушаться в эту дорожку, то там прям слышно, как какие-то бабки пиздят, блядь. Ну, при Брежневе было лучше. И там челюсть вылетает. Что-то типа того. Челюсть вылетает. Ладно, самый нелепый момент записи. Бля. Можешь сказать, как зашкварная история? У меня просто такая рубрика популярная, ребят. Самый нелепый момент записи был на бензе, короче. Ну, это не столько... Вообще интересно. Не столько нелепый, а сколько больше такой, знаешь, забавный. Мы, короче, уже тогда записали хук. То есть, ну как сказать, записали, я просто две дорожки прописал, мы ее, ну, там, скопировали, вставили, чтобы она два раза играла. И, короче, мне Кит Флэш такой говорит, типа, мне похуй, давай пишись. И просто моментально, нахуй, нажимают на запись. А я стою вообще в охуевозе, короче. Там этот автотюн ебашит, блядь. Реверба, пиздец, блядь, жопа, тяжело стало. И, блядь, в какой-то из первых демок, кстати, эта фраза в начале была, типа, я там кричал, типа, блядь, разблокируйся, ёбаный в рот! И это, знаешь, под автотюном с ревербом прям пиздец охуенно прозвучало. Ну, автотюн, он, знаешь, он в последнее время делает просто вещи какие-то. Тот же Ганвест, если убрать этот автотюн, что это будет? Не, ну, кстати, слушай. Ну, бля, ну это звучит, вот мне нравится. Если делать рэп, то можно как бы его делать и без автотюна сейчас. То есть, блядь, некоторые думают, ну вот, блядь, все, крутилка автотюн, ебать, сотку, но я тоже так думаю, на самом деле. Ну, не, знаешь, вот даже, вот автотюн, он не всегда решает, как бы, вот говорил мне один человек, который сейчас стоит за камерой, Марко, как бы, ты можешь там сходить на ту же студию дорогую, но все равно может быть херня какая-нибудь записанная. Вот у нас же много каких-то там, не знаю, вот этот, ничего не говорю против, вот, как ты мог... Абу-бандит, который пел, забыл, как зовут-то, Газан, Хазан или как-то.
Ну, короче, в общем, не суть. Вот там он какую-то дичь говорит и просто качается. Типа, это весь его, не знаю, стиль какой-то. Ладно. Да. На битах не сухой, не на голову ёбнут. Но это уже стиль Детройт у нас там. Ну, да, да. Классный стиль, ну... на самом деле. Этот человек сбайтил у меня строчку. Ну, как сбайтил, он чисто по приколу взял. Но я теперь буду его всю жизнь это приплетать. Он меня будет всю жизнь теперь за это хитрить, блядь. Да. Да, Газантова звали Чела. У него просто еще подружка есть такая классная, всегда попкой так виляет в ТикТоке, танцует. Вот. Полина какая-то зовут. Не, на самом деле, можно выводить сейчас без автотюна, но, типа, просто надо выбирать нормально момент, когда его нужно использовать. То есть, например, если у тебя там прям, фух, ебать, там, темный дарк, там, no melody, trap beat, там, на фоне которого, там, не знаю, мясо скрежет. Мясо скрежет. Я Луки Мину вспомнил, видел этот констракт, там, типа, в клипе он, блядь, со свиньями, там, вся фигня его, типа, что-то, он весь в крови, блядь. Мы за столом, ну, мы вроде не свиньи. Вопрос тоже не менее интересный. Короче, как ты познакомился с Маркером? Ну, с Маркером я познакомился, короче, через Матвея Шкрыльникса. Вот. Легендарный гость Туса Джуса, ребята. Потому что он единственный, кто затащил в тот раз. Да. Это, короче, ну, пиздец, блядь, знаешь, лабиринт такой. Я в Рисаче сначала, блядь, вообще ни с кем нахуй не общался почти. Ну, как сказать, ни с кем не общался. Я наоборот, как бы, со всеми... Ну, пытался, короче, да. Иметь контакт, но, типа, так, да. Ну, как бы потом, поверхностно. Потому что, блядь, я приехал, я никого нихуя не знаю, ну, типа, блядь, ясен хуй, мне хочется попиздеть, блядь, с кем-нибудь. Потому что, ну, чё я, блядь, я буду сидеть нахуй на паре, блядь, звонить нахуй, говорить, о, Жекич, ебать, блядь, забери меня отсюда, ебать. Он скажет, да, базара нет, брат, приезжай, ептай. Ну, вот, как бы... И что ты... А, вот, из-за моей говорливости, короче, меня начал чмырить, блядь, Андрей Макаренко. Вот, и что-то... Вот я, пиздец, хотел на него наехать. Но я вот ждал прям, пиздец, момент, чтобы на него наехать. И в момент, когда мы создавали, короче, беседу во ВКонтакте с классным руководителем нашим, я вот только хотел написать, типа, отметить Андрея Макаренкова и сказать, типа, «Додик, ты где?» Короче, он сразу заходит, и я пишу, типа, «Я только хотел написать, где этот Додик». Просто проходит, просто вот так вот, нахуй, он берет ко мне, добавляется, говорит, типа, ты чё, мразь? Просто, понимаешь, первое сообщение, ты чё, мразь? Вот, но я ему как бы говорю, ну, ты ж сам решил меня чмырить, ну, базара нет, типа, я тебе всё въебало сказал, как бы. Мы там с ним посидели, пообщались, он там что-то на меня побычил немного, я говорю, ну, давай мы сейчас с тобой это всё порешаем. Вот, ну, мы порешали, он мне респект кинул, типа, за то, что... И вправду говорливо. Ну, вот, за то, что, как бы, я, блядь, не засал, взял ему всё въебало, сказал... Типа, учитывая то, что я самый маленький, самый дрищавый из группы, типа... Да. Ну, ты же кикбоксингом занимался, как бы, там. Кикбокс, что путь он. Ну вот, видишь, ты можешь раздать, как бы. Неважно, можешь быть камнем огромным, но получай пизды. Вот, и потом он уже меня законтачил вот с Матвеем Шкрылёвым. Не, правильно говорят, он законтачит. Есть один, можно сказать, термин зэковский. Есть один термин зэковский, который тебе не понравится. Так, ладно, все, мы это упустим. Не, мы настолько байтеры, что мы сидим, короче, на диване, как, знаете, вот это шоу «Пушка», короче. Я Юлия Пушман, только которая поменяла пол, с Кавказа приехала, вот. А это у нас сидит, короче, Крейка Даша. Арестантский уклад еблан. Да. И, короче, последний вопрос. Ты у меня заговорил, я забыл вопрос. Ладно. А... Конечно, как я его не мог задать? Важен ли смысл в треках? Ну, слушай, кому как. Типа, ну, блядь, одним важен именно смысл, вообще похуй. Пусть там будет трек, ебать, звучать пиздец, нахуй, как полнейшее дерьмо из жопы, блядь. Ну, там есть смысл. Да, но там есть смысл, и они такие, о, да, да, вот. А есть, блядь, пацанчики, которым вообще пизды на то, что ты там читаешь, просто главное, чтобы ты покачался, и все. Главное, чтобы оно, блядь, в голове заедало, блядь. Ну вот, как я говорил, Газан, Ганвест, там вот такие... Я сторонник второго, но, типа, тоже, знаешь, например, это все переходит от жанра к жанру. То есть, например, в Детройте я могу нести полнейшую хуйню. Ты уже заметил. Ну да, ты уже мог заметить, мне похуй, короче. Зато звучит как. Типа, вот мой Детройт трек, это просто пиздец, там, бери и нарезай на ТикТок моменты. Вот. И типа, там можно нести хуйню полнейшую. Через 8 секунд будет. Да. Через 3 секунды будет. Да. Как бы, ну, просто потому что тебе вообще пизды что-то там читаешь. Ну да. Ну вот. А если я делаю там какой-нибудь минималистик трэп, там а-ля Benz Plain Jane, тогда, ну, блядь, я более-менее так пытаюсь как-то заебаться с текстом, но тоже там больше 20 минут на него не трачу. Вот. Теперь я понял.
Спасибо вам за небольшое интервью. Сейчас мы, короче, будем делать контент, мы будем делать какой-нибудь там, не знаю, изи рэп за 5 секунд. Ребята, не переключайтесь, все, давайте. Ну, Free for Profit обязательно, ты чё? Вот так современные рэперы делают свои треки. Тогда... Ну, конечно, не коммерческие. Да. Коммерческие мы сами там, иначе. Ну, или приобретаем за денежки. Да. Golden Orient на руку, бля, я абьюзер. Так, давай ещё. Нет, бля, зови меня абьюзер. Не, не зови меня. Ничего не, короче, надо. Сука, назвала? Как, блядь. Ну, короче, мы Больно. Я, короче, косяк, бля, зови меня мусор. Golden Orient на руку, сука, я абьюзер. Три пакета в моих руках, сука, я на тусе. Джуси, ты оставил свою, сука, с нами, бля, ебать ты лузер. Да ебать ты лузер, мы на тусе, Джуси. Да мы делаем дела, за которые ты не в курсе. Да мы делаем пиздато, дело даже не во вкусе. Да мы сделали Детройт, но хотели с Дилил Муси. Я пришел на этот трэп, сука, сказала Soul Savage. Я как будто дирал. Хейтер полупокер, ржу над ним как Джокер. Он что-то все пиздит и пиздит, а мне просто похуй. Я во всех колонках, всем на меня похуй. Два пакета в день, я считаю нормой. Я как OG Рока, кинул долбоеба. Я несу хуйню, ха, но я сделал бомбу. Да, мы с Хошей, и мы делаем. Так, погоди, давай, да, сади. На тусе Джуси меня затянет. Не забудь сюда лайк поставить. Твоя подписка, моя награда. Тебе не сложно, а мне приятно. На тусе Джуси меня затянет. Не забудь сюда лайк поставить. Позову к себе гостей. Вновь окашляем с ними вопрос.